мы представляем вам новый фильм от создателей «Коррида», режиссер которого лично знаком с Владимиром Путиным и является лучшим другом Квентина Тарантино. Итак, встречайте Паркера «Нормальное явление». Привет, Пар. Ты приготовил ужин? Да, конечно. А ты посыпал лужайку? Конечно. Потому что мы типичная американская семья. О, привет, Маргарет. Да, привет, дочь. Как твои дела? О, она же не моя. Забыли. Это все потому, что мы типичная американская семья. Мне кажется, или с тобой что-то не так? Да, это все потому, что мы типичная американская семья. Как ты красиво рисуешь. Может, тебя отправить в художественную школу? Спасибо. Будем старым молить. Это была заминочка. Нет! Нет! О, нет! Сыночка, что-то с тобой случилось! О, Господи! Боже мой! О! Фильм основан на реальных событиях. Джорджа так и не нашли. Никто не вышел в ту ночь. Я жива. Уже нет.